Последняя игра 4-го игрового дня еще не закончилась, но мы уже перехватываем человека, которого удивлены здесь видеть. Это Иван Майоров. Всем привет. Всем привет, да. Иван, каким образом ты здесь появился, почему так поздно? Ну, договорились с главным, что приду поиграю маленько с ребятами, потренируюсь чуть, а там будет видно. Может, буду с ними играть, а может быть и не буду, не знаю. Посмотрим. Ну, так просто сейчас развлекаемся, играем. Понятно, да. Кто не знает, Иван победитель многих стритболов, да, Иван? Целые горы, да. Целые горы. Международные, да, это были? Да, все они там, все. Европы, мир, игры трудящихся, все подряд. Выигрывали все. Понятно. Где последнее время проводишь время? За кого играешь там? Как бы год не играл, вот, работал. Но сейчас, скорее всего, наверное, переберусь в Москву. Ага. И, наверное, постараюсь здесь зацепиться. Может быть, по баскетболу, может, по работе. Хотел бы, конечно, по баскетболу. Вот, но так пока вот такие планы. Прийти с ребятами погонять. Понятно. Миша просматривает людей, да, мы знаем, там, да. Для мужчины, да, для мужчины команды? Да, да. Что, ты являешься кандидатом туда? Ну, он меня пригласил, как бы вот на стритбол пришел, мы с ним переговорили, он говорит, вот команду сформируем. Я говорю, да я попробую, приду, побегаю, там, понравлюсь, не понравлюсь, уже ваши. Понятно, ну как тяжеловато двигаешься так вот сначала? Ну, конечно, я год не играл, я вот типа бегаю. Год завязки уже профессиональный, надо набирать, конечно, сейчас лишний вес, скорости нет. Хотя опыт есть, но посмотрим. Ясно, ладно, удачи. Все.